Привет, друзья! Выехал на наше ближайшее озеро. Буду ловить на донки. Погода сегодня спокойная. Пасмурная, конечно. По прогнозу облачно будет, но зато не будет дождливо, как вчера, позавчера были дожди. Буду попробую половить на поплавок. Посмотрим, что получится. По наживке. Бонжо. По наживке у меня сегодня будет червь-опарыш. Тесто, главное, вот на донке я закину, посолю тесто. А там уже будет видно. Дождь начался. Вот у байдарочники кайфуют. Их здесь много-много было. И лебедь приплыл. Я ему хлебушка дал. Теперь кайфуют. А вон и утки плывут. Вон они. Тоже хлебушку идут. Я так думаю. Сейчас ветер начался, хлеб им отнесет. Тишина, пока еще ничего не клюет. Хотел поплавочную закинуть с этим, с мормышкой на маховой удочке, но ветер поднялся, он просто все отнесет. Хорошо, я дождевик взял все-таки с собой. Теперь буду сидеть, просто ждать сигнала донки. Зато хорошо, погода замечательная такая. Ну как замечательная, дождь, конечно, идет. Все мокро, зато люди гуляют вон сзади меня. Видно людей, нет? А вон ходят с зонтиками. Умные люди взяли с собой зонты. А неумные люди выходят в дождь на рыбалку. Вот смотрите, какая красота. Можно отдыхать не только телом, но и душой. Согласитесь. Байдарочники. Вот людям кайфово, в дождь, они еще легко одетые, смотрите, вон они, сколько их байдарочников, плывут в туман, а вот они, ёжик, лошадка, ты где? Будет поклевка, не будет поклевки, неважно уже, зато классно. Посижу немного, пару часиков, и пойду. Дождь прекратился, как и обещал, я хочу поставить сейчас маховое удилище. Но перед этим хочу сказать, что сейчас была поклевка у меня вот на эту удочку, поплавковую тоже, но что-то там было приличное, потому что вот у меня поводок 0,2 не сорвалось. Блин, обидно, что-то там было хорошее, причем крючок оторвался, а клюнул на червя, между прочим. И я хочу сейчас поменяю поводок на что-нибудь более такое мощное. Вот. Я не знаю, что это такое было там, что за рыба была, но это была какая-то подводная лодка. Встретил, кстати, здесь сейчас вот казахстанца одного, парень, оказывается, отслужил в иностранном легионе 5 лет, а теперь живет здесь недалеко. Вышел на пробежку, вот здесь проходил, я смотрю, наше лицо, вот из наших, киргизско-казахское такое, думаю, говорит бонжур или как, но он подошел сам, говорит здравствуйте, вот говорит, я вижу вас, знаю вас, по имени фамилии назвал. Вот что значит популярность.
Это и здорово, зато познакомились, поговорили, обсудили и политическую обстановку в наших странах, и экономическую обстановку во Франции. В общем, интересно было поговорить. Погода стала вообще хорошая. Замечательно. О, байдарочники, мы вышли, и у одного, видимо, их руководитель на катере, который катается, у него собака. Прямо на носу катера сидит. Похоже, австралийская овчарка это. А что за птицы эти черные? Кто знает? Они ныряют под воду, уходят. А вон утки плывут. Ну давай, рыбка, ловись, большая и прибольшая. Лепота это, конечно, хорошо. Ну вот если бы еще клюнуло бы, вот после той одной поклевки больше и нету ничего. 4 часа прошло, как сижу, тишина. Ветер поднялся, он рябь идет. Попробую перезакинуть. Посижу еще полчаса, если не будет клевать, я уже пойду. Вот это вот сейчас дернуло у меня. Не знаю, как сидит, не сидит. Посмотрим. Нет, нет, ничего. Ну что я вам скажу? Хороший рыбак это не тот, кто много ловит, а хороший рыбак это тот, кто может объяснить, почему сегодня ничего не поймал. Вот. Так что я очень хороший рыбак. Я вам объясню, что сегодня был дождь, атмосферное давление прыгает, соответственно, рыба от этого болеет и не хочет клевать. Вот. Поэтому сегодня улова нет. Если вот когда атмосферное давление выровняется, не будет скачков, вот эта погода самое то для рыбы. Тогда она берет активно. Вот. Так что я уже буду тоже собираться. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Но если не понравилось, ставьте дизлайк. Пишите комментарии. Делитесь этим видео с друзьями, знакомыми. Ну а надеюсь, еще если кто захочет со мной составить компанию, может вместе и выйдем. Всем удачи! Всем пока!